Много ль надо мужику, да самую малость, посидеть и на бережку, да леска чтоб не рвалась, да на зорьке поудить с корешам армейским, выпить и поговорить о делах житейских, выпить и поговорить о делах житейских. Чтобы поняла семья наше хулиганство, это все здоровье для, а не ради пьянства. А гитара для души, эх, ладу-ладу-ладу. Ты мне про счастье расскажи, а грустить не надо. Ты про счастье расскажи, а грустить не надо. Много ли для счастья нужно? Да совсем немножко, чтобы согревала душу русская гармошка. Чтобы никому на свете не было бы больно, чтобы дом, семья и дети, и жена довольна. Чтобы дом, семья и дети, и жена довольна. Чтобы сын пошел в десант, свадьба, чтоб у дочки, чтобы были ягоды, были цветочки. Чтобы все в достатке было, ну ведь правда ж, братцы, чтоб Россия побеждала каждый раз канадцев. Чтоб Россия побеждала каждый раз канадцев. Много ль надо мужикам, да чтобы ногу в стремя. Но сидим по кабакам, да не то сейчас время. В чистом небе гром не грянет, рак еще не свистнул. Русский долго запрягает, но едет очень быстро. Русский долго запрягает, но едет очень быстро. Едет быстро прочь от лени, дымя папироской. А на сердце наш Есенин, а в душе Высоцкий. Друга крепкая рука, да собачья лапа. А главное, чтоб мужика называли папа. А главное, чтоб мужика называли папа. Называли папа, а главное, чтобы тебя называли папа.